На лыжной базе не протолкнуться, а это значит, что в городе проходит традиционный чемпионат Нижегородской области по лыжероллерам. Несмотря на то, что соревнования областные, круг участников не ограничился атлетами нашего региона. В состязаниях приняли участие гости из Мурома, воспитанники спортивной школы «Верба». Дистанции бегут и разные, начиная от 3 километров и заканчивая это мужчины-юниоры дистанции 16 километров, в зависимости от возраста участников. Первомайская выкса, Арзамас и Кулебаки. В этот день на лыжной базе была представлена вся Нижегородская область, от севера до юга. Всего более 180 спортсменов. Возраст участников от 11 лет до юниоров. Андрей Романов привез из поселка Сосновское команду из 7 человек. На осенние старты на областном уровне, тем более, что здесь еще и представители другого региона есть. Это хороший повод проработать, продышаться ребятам, оценить свой уровень своей подготовки, свою форму перед предстоящим сезоном. Вот. Ну, может быть, выявить какие-то недостатки, которые в таких тренировочных, домашних условиях, может быть, не очевидны. В команде собраны ребята от 11 до 15 лет. Самая взрослая спортсменка – кандидат в мастера спорта, призер всероссийских соревнований. Андрей Романов работает тренером 10 лет, и выезды на саровский этап соревнований стали уже традиционными. За 10 лет я прошел путь от того, что с нуля у нас не было раньше этой секции, не было никакой базы, скажем, пустого места. Построили коллектив и к чему-то пришли уже. Вот девочки 2013 года, которые только набирают опыт, но уже, скажем так, обладают неплохой подготовкой, поэтому я сюда их привез, несмотря на то, что трасса непростая, они с ней хорошо справляются, уже пробежали гонку даже. В программе соревнований гонка с раздельным стартом классическим стилем. После разминки и получения специальных чипов, по которым организаторы фиксируют персональное время каждого участника, спортсмены вышли на старт. Ребята отправлялись на дистанцию друг за другом с интервалом в 15 секунд. Ну, пока что я протокол не видела, но своим результатом я довольна. Ну, трасса была легкой, достаточно хорошо, мы здесь уже не первый раз. Все хорошо, протокол тоже не смотрели, сразу поехали на разминку, как раз... Классика здесь, очень много подъемов. Вот подъемы на классике – это очень хорошо, я люблю подъемы. Гонка с раздельным стартом – не самый зрелищный вид соревнований. Тем не менее, он требует от участников собранности и мотивации. Ведь спортсмен, по сути, борется сам с собой. Пытается показать лучшее время, не равняясь на других, как это принято в контактной гонке. Тут тяжелая трасса, и все было удачно. Я старался, бежал. А я напоминаю, что после финиша... Очень хорошо. Мне больше нравится, наверное, на лыжах. На лыжах там и спуски такие длинные, и подъемы хорошие. Ну и летом тоже ничего, тоже хорошо. Никита Белямов, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, Саров-24.